Привет, молодежь, Гудаури Грузия, Анатолий, Ирина. Вот. Готовы к старту. Сегодня какое число? 13? 13. 13 октября. В общем, золотая осень. Гудаури. Цвета неимоверно красивые. Вот ребята, друзья. Вчера уже полетали. Полетала, Артур. Да. В общем, Ириночка, держите. Я тебе дам камеру вот так в левую руку. Если ты хочешь, ты можешь взять вот так, если тебе удобно. Две руки. Хорошо, да, вот потом так. Я тебе покажу, как будет лучше снимать, с какого ракурса. Хорошо. Так, далее тебе подскажу. Хорошо. Как тебе удобно? С этой стороны? Наверное, так. Хорошо. Когда я скажу идти вперед, идти вперед, идти назад, помнишь, назад. Назад. Да, идти назад. Вперед опять, вперед. Побежали а вперед. А встать сразу вперед. Ногой назад. Да. Вперед. Как да. Тебе удобно? Стань поудобнее. Поудобнее стань. Поудобнее стань. По-любому. Да, стань поудобнее, чтобы ты не упала. Готова? Да. Давай шаг вперед сделаем. Все. Готова идти назад, да? Да. Вот. Пойдем, пойдем назад, идем назад. Все. Идем. О, побежали вперед. Побежали вперед. Садись вперед. Вот так и полетели. А давай правую коленку вверх. Молодец. Что скажешь? Охренеть, скажу. Нет, всего лишь. О, боже. Всего лишь охренеть. Ну, страшно. Это другой тип полета. Почему другой? Потому что сейчас восходящие потоки, которые позволяют нам летать вверх. Вот. И мы будем сейчас их искать, чтобы лететь вверх. Ага. Теперь мы экстремисты. Что ты? Экстремисты мы. Как Артур сказал. Серфер, место, где нам ага. Быть, чтобы подниматься вверх. Моя задача найти место, где восходящий поток, гребень волны и держаться. И так можно двигаться вверх. Если я из гребня волны не пойду вниз, то двигаться вверх сложно. Ого, там какое-то озеро. Двигаться вверх сложно. Ну блин, Пакистан меня звал.
А, вон то.